В Дагестане машина с туристами упала в обрывы. Инцидент произошел в Гунибском районе по дороге в Гамсутле. Одна туристка погибла. Водители – двое жителей Ростовской области, 23 и 27 лет, а также 30-летний житель Краснодарского края, госпитализированы в местную больницу. По данным МВД, водитель выехал на местность для перегона скота и не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась и скатилась по склону.